употребление наркотика началось с 15 лет. Это была конопля. И до 30, до нынешнего дня я прокурил ее все это время. То есть, грубо говоря, половину своей жизни я прокурил коноплю. И в последнее время, перед приездом на центр, за 4 месяца до приезда на центр, я начал употреблять более тяжелые наркотики. Это амфетамин, соль и метадон. Да, были реабилитации до этого. Реабилитация протестантских церквей. Полностью не прошел реабилитацию, то есть срок был год. Я прошел всего 4 месяца. Помогло буквально на 2-3 месяца воздержания от употребления наркотиков. И потом в дальнейшем наркотик опять вернулся. С 2012 года возникла проблема психосоматического расстройства пищевого поведения. Проявилось это конкретно в рвотах от приема пищи, независимо от приема пищи. То есть я мог как покушать, и началась рвота, так мог и не покушать, и она меня подымала среди ночи. Продлилось это 7 лет, надеюсь, вот здесь это был уже финал, то есть так как будет свобода от наркотиков, я надеюсь, будет и свобода от этой болезни. То есть связываешь свою работу с наркотиками? Однозначно. И убежден, что наркотик повлиял на конкретно на состояние здоровья и конкретно на изменение вот этой вот психосоматической функции, отвечающий за желудочно-кишечный тракт. А сколько ты пробыл в центре здесь? Полностью месяц. Рвоты когда приостановились? Наверное, на 2,5-3 недели они продолжались, и после правильно подобранного лечения, там, своих каких-то усилий, прекратились. А ты употреблял, ты понимал, что это все-таки из-за наркотиков продолжал дальше употреблять? Да. Тебя ничего не останавливало? Не останавливал. Пожелания тем ребятам, которые будут дальше лечиться? Ни в коем случае, в первую очередь, не разделять на легкие, тяжелые наркотики, те, которые можно употреблять и которые нежелательно. Не то, что нежелательно, а ни в коем случае нельзя употреблять никакой наркотик, вплоть до алкоголя. Это на личном опыте также.